Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. И у нас Лига Сёгунов, приз мы забираем свой. Так, одна звезда. Я надеюсь, меня не скинули там ниже, а? Давайте посмотрим сейчас, наверное. Так, кто нам тут? Бакстер Стокман, да? Точно. А ну-ка ся, я зайду быстренько в бой и посмотрю. Турнирная арена. Ой, елки-палки, ребята, меня скинули на Лигу Самураев. Ну, правда, ранг 8, но все равно. Так, у нас осталось мало дней для того, чтобы я выбрался в Сёгуны 3 звезды. Поэтому нам нужно поднапрячься. Так, секундочку, у нас задание есть. Давайте-ка мы их выполним. У нас будет с вами 10 откатов. И это будет уже хорошо. Пройти серию испытаний обязательно. Давай вот это вот с тобой зашпилим. Все это сделаем буквально по-быстренькому, чтобы лишний раз никого не томить. Ни тебя, ни себя, ни меня. Никого-либо вообще. Так, хорош, успокойся. Так, погнали. Жги, жги. Отлично. Так, давай, наверное, вот этого вот дрончика с тобой похерачим. Так, и к север, да, у нас тут остался. Так, а ну-ка, а если мы ему вот так вот сейчас звезданем? Сразу упадет или нет? Сразу упадет, конечно. Так, а ну-ка. Блин, какой он мощный, а? Начинает тут свои выкрутасы. Ничего себе, смотри, он мне понизил меткость, да, и понизил защиту. Но я думаю, что это его не спасет. Так, у нас последняя компания. Последние вот эти вот ребятушки. И начнем мы, пожалуй, с тигра. Довольно неплохо, теперь бомбим железной головой. Замечательно, бомбочку, конечно же, от зэка. Че, только лишь футовец у нас упал? Да, как-то не очень. Слушай, а почему так долго висит на нас вот это вот антибаф? Ну-ка, давай вот так сделаем. Провокация будет у нас. Тигр, успокойся, пожалуйста. О, еще и захиляемся, вообще шикандос. Так, ну что, бомбим, наверное, добьем. Ага, добили, как же. О-оу, нас немножко поджарили. Ну, я думаю, что ничего страшного. Тигр упал. Всё. Оу, а я железную голову потерял, ребят. Ты представляешь, только что упал у меня железная голова. Да, проморгали мы. Ну да ладно, главное, что мы прошли задание. Соответственно, мы с вами получим 5 откатиков. И сейчас пойдем еще поищем ДНК. Без этого никак. И, ребят, я прекрасно понял то, что вы мне писали. Так, собрать и сбросить. Писали в комментариях, чтобы я в золото перекинул Хана. Значит, мы будем с вами, ребята, к этому и стремиться. Не знаю уж, чем он вам так понравился, Хан. Но раз уж хочется, значит, будет. Так, давай-ка обменяем. Где у нас... Ага, подожди-ка, вот здесь тоже можно обменять. Где у нас Хан? Вот он. 330. У нас 300... Нам 15, ребята, буквально осколков не хватает, чтобы мы могли его перекинуть. А здесь у нас порталы, да, сегодня? Ну, давайте немножечко порталы заработаем, да, с вами? Сколько у нас там получится? Сейчас, по-моему, 3, да, разыгрывается. Ну, не так уж и много, но в любом случае, ребята, они нам пригодятся, эти портальчики. Мы все равно очень... Много их тратим, я даже, как вы знаете, за 500 долларов их докупаю. Ну-ка, сколько я там получаю? 3. Потом получаем 5. А, 3, 4. И потом в конце 5. Но самую последнюю мы, естественно, с вами не сможем отобрать у этого железной головы, потому что он очень сильный будет. И хотел, ребят, сказать, что не могу слишком сильно... говорить, у меня очень сильно болит горло. По всей видимости, я простыл, заболел. Так что, ребятушки, не обессудьте, если вам покажется, что я слишком тихо говорю. Так, ну что, у нас победа, 3 звезды. Все шоколадно. Продвигаемся с вами далее. 4 портала мы с вами заработали. И вот они, 5 порталов последние, которые мы с вами получим.
Поехали. Я, наверное, здесь, ребят, на автобой поставлю. Кстати, многие спрашивают, почему ты ставишь автобой. Ну, ребят, я вам объясню. Когда враг слишком легкий, например, 10 уровня, зачем мне лишнее время тратить на то, чтобы выбрать, нажать, там это. На автобое все быстренько это проходится. Вот, в принципе, и для чего. Не в том, что мне трудно или лень. Нет. Просто автобой сделает это все намного быстрее. А в том, что там победа будет за нами, это я на 100% уверен. Так, ну что, ребятушки, мы с вами забрали последний телепорт. И давайте-ка мы дальше пойдем искать, наверное, ДНК, да? 160 порталов, это очень даже, кстати, хорошо. Погоди-ка, не сюда. Давай-ка вот сюда. Итак, и начнем искать мы, наверное... А крысиного короля мы, наверное, тоже не сможем, да? Точно не сможем. А кого же нам тогда искать? Так, Пиццелицева. Да, Пиццелицева как раз можно поискать. Давайте его потихонечку будем добывать. Так, что у нас тут? Живи долго и играючи. Это что такое у нас? Я не понял. А, это мы уже с вами проходили. Я думал, что там может новенькое. Нет, не новенькое, все старенькое. Так, ну что, здесь тоже с вами поищем. Так, здесь нам не дали ДНК, а здесь дали. Ну что ж, неплохо. Неплохо. Поехали далее. Так, это был Пиццелицы. Давай ему... Ага, Мондагека не получится. Макмана тоже. Остается к север. Да, ребята, вот о чем я вам говорил. Что скоро нам придется искать вещи для прокачки скиллов у наших, как говорится, бойцов. Потому что больше нам искать некого будет. Я имею в виду именно вот таким вот образом. Потому что все, скоро надо будет их апать. После этого только мы сможем продолжить. Так, ну что, два задания выполнили. Давай заберем это все дело. Так, поднять уровень персонажа. Поднять уровень. Ну, да, ох, подожди, вот здесь мы тоже обменяем. Кого нам поднять по уровню, а? Давай-ка, наверное, мы с вами Стокмана. Мы же его так и не докачали. Раз, два. Эть, 7200, не хватает совсем маленько. Ладно, никуда он от нас не денется. И забираем последние остатки роскоши. Все, ребятули, теперь я думаю, что можно полностью посвятить себя, наверное, испытанию. Ну что же, переходим на испытания, ребят, и начинаем. Нам нужно сегодня попробовать попасть в Лигу Сёгунов 2 звезды. Я думаю, что у нас все получится, если мы этого захотим. Начинаем с Леонардо и наших каких-нибудь малышей. Возьму, к примеру, вот этих вот. Черт, я вот думаю, справятся ли они. Леонардо не подведет меня. Ладно, на худой конец возьмем, знаете, кого еще? Шреддера. Ну так, для поддержки штанов. А мало ли что пойдет не так, да ведь? А Шреддер, если что, своей массовой атакой добьет. Я в это очень свято верю. Поехали. Опс. Ну вот, в принципе, для меня это ожидаемо было. Так, ну, Шреддер, надежда вся на тебя. Я думаю, что ты должен тут справиться. Да, и он справляется. Отлично. То есть сейчас мы с вами попадаем в Сёгуны одна звезда. И нам еще нужно, ой, дофига чего нужно сделать для того, чтобы попасть... Все, ну, две звезды. Тем более 91-я позиция. Так, ну что ж, начинаем. Начинаем и смотрим, кого выбираем. Вот Кадиака. Кадиака берем. И будем с ним бороться. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Блин, 40-е уровни. Опять мы... Ой, кстати. Ёлки-палки, у меня же Леонардо не сможет добить сразу. Что-то я немножко, по-моему, не то сделал. Так, кого нам сейчас... Тихо, погоди-ка, погоди-ка. Опачки, нам еще, ребята, и атаку понизили. А это вообще очень плохо. Это, я вам скажу, очень плохо. Попробуем Леонардо сейчас наказать. Наказали. Давай теперь... Слушай-ка, мы можем вот так сделать. Попробуем. Ну-ка, получится? Есть, отлично. И Пиццелицей бросает свою пиццу. О-оу, ну... Хорошо, что Леонардо откатился, ребята, и он наказывает
Микеланджело. Пока все идет идеальненько. Ничего не говорю. Так, какая позиция? Наверное, где-то 70-я будет. Ага, 77-я. Ладно. Ничего страшного. Давай с тобой вот этих возьмем. Леонардо, у нас, ребята, 8 еще откатов. 8. То есть мы должны сегодня с вами добраться до Лиги Сёгунов. 2 звезды, а может быть даже 3. Ну, 3 вряд ли получится, не хватит у нас бойцов. Ну, а 2 точно должны. Так, поехали. Начинаем с вертушки. Это по стандарту у нас. Ого, ого, ну, добьешь Усаги, молодец. Усаги Малорик просто-напросто, он всех чикает. Ну, в принципе, Шреддер тоже мог, наверное, так сделать. Хотя нет, Шреддер, по-моему, будет слабее. Так, 50-ю, давай 50-ю позицию. Ага. 65-ю, вот всегда так, почему-то медленно, ребят, мы с вами продвигаемся очень и очень медленно. Давай-ка вот этих вот возьмем, наверное, архаровцев, да? 54-й уровень здесь у них. И для этого мы с вами... Раз, два, три. Погоди-ка, раз, два, три. Давай вот так возьмем Ваньку на подстраховку. Чисто для подстраховочки. Фиг знает, какой он тут фокус выкрутит сейчас, да? Ну, естественно, ребят, начинаем с вертухана. Вертушка пошла. И вот этого я и боялся, ребят. Мы не уронили всех сразу. Вот они, живчики. Стоят тут и радуются. Так, луч. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Так, Ванюш, помогай. Блин, не Ванюш сейчас ходит, к сожалению. Ваня, блин. Вот сейчас должен Ванек. Успел? Успел. Давай, расстреливаем. Замечательно. Так, Ванюша, да, вот это, ребята, Бибоп и Иван. Нет, вру. Иван, это у нас Рокстеди. Или Рокстеди. В общем, носорога он превратился потом. Так, 52-я позиция, и давайте-ка мы с вами определимся. Слушай, я думаю, давай вот с этих возьмем, да? Глен. Глен, дедушка. Давай, дедуля. Тряхни, как говорится, стариной. Бойцов у меня все меньше и меньше становится, кстати. Это плохо. Нам еще нужно боев, наверное, где-то 5 провести. Приблизительно, а может быть даже и больше. Так, хорошо. Справишься, хан, не подведи. Малорик, ханчик. А теперь муха. Ай, муха, муха, цикатуха. Никакой у тебя не позолоченное брюхо. Замечательно, крысиный король. Кстати, я так понял, второй враг нашего сплинтера, по-моему. Очень замечательно. Так, ну что, 35-е, медленно. Все равно, ребята, медленно мы с вами продвигаемся. Келт, Дональд и Сергей. Давай Серегу возьмем. Почему бы нет? Так, хорошо. И давай вот раз, два, три. Погоди, погоди, погоди. Ребята, ну это что такое? Я же хотел... Как он меня так... Жесть какая-то просто-напросто, а? Я не собирался идти сейчас в бой. Какого перепуга он меня сюда забросил? Оу, сейчас кто-то упадет. Я даже знаю, кто. Да, ребята. Но это была подстава, если честно. Это была просто подстава. Я собирался выбрать персонажа. Какого лешего он меня перекинул в бой? Ой, ё-моё. Ребят, грубо говоря, мы сейчас с вами тупо слили свою попытку. Блин, больно орать, но возмущен просто до предела я. Просто до предела. Вот так вот я хотел внизу вот перемотать. И перемотал, называется. То ли нечаянно нажалось как-то, или что. Ну, в общем, непонятно, ребят. Так, ну что, давай возьмем, наверное, Александра. Вот, ребят, вот так вот я хотел. Ну, вот здесь вот у меня был, да? Вот так вот я хотел. И, видимо, может быть, нечаянно как-то нажал на бой. Ладно, чего уже махать, как говорится, кулаками, когда уже все уже прошло. Так, и возьмем мы, пожалуй, себе в помощь здесь железную голову. Да, наверное, так лучше будет. Поехали.
Так, Лео делает свою вертушку. И добиваем железной головой. Все, шикарно. Все отличненько. Так, наверное, будет уже 20-я. Должна быть 20-я позиция. И 20-я ровно, ребят. Отлично, елки-палки, что-то у меня горло еще больше стало болеть. Видимо, кричишь, ругаешься, возмущаешься. И от этого еще хуже. Так, Джонатан, Жека и Ноунейм. Ладно, возьмем, наверное, Жеку, потому что тут очень много серебра. Практически все. Ну, а вы знаете, что такое платина и что она делает с серебром? Просто рвет. Так, раз, два, три. Подожди, не будем вот этого брать. А возьмем-ка лучше с вами мы, знаете, кого? Вот кого. Да, именно Зека. И начинается у нас все по стандарту. Зек бросает бомбочку. Леонардо добивает вертушкой. Должно быть, по идее, так. А хуже и быть, ребята, не могло, потому что нас взяли и просто выкинули из боя, представляете? Просто выкинули, я не знаю почему. Ну вот, мне придется опять тратить. Ну что за серии пошли, а, такие? Я не понимаю, ребят. Хочешь как лучше, и получается все хуже и хуже и хуже. Не понимаю, с чем это связано все. Так, ладно, этих ребят мы с вами накажем вообще, наверное, на изи, я думаю. Такой-то команды, которая у меня сейчас взята. Опс, ага, на изи, конечно. По-моему, у нас... А, не, погоди, тигр сейчас сходит. Так, и бросаем, наверное, паутину. Да, вот так-то оно будет лучше. Ну что же, мне нужно попасть в Сёгу на 2 звезды. Ну, по любасику, ребят, потому что там остается пару дней, и у нас неделя заканчивается. Блин, ну первое... Ну дали бы сразу бы уж... Нет, вот специально. Специально, ребят, меня мурыжат. Давай возьмем, наверное, вот этих вот на добивочку, да? Последние ребятули у нас с вами откатики. Так, я, наверное, возьму... Ну, Лео-то понятно. Раз, два, три. И вот так вот. Поехали в бой. То есть еще у нас 2 боя буквально получится. А последний бой с неполной комплектацией бойцов. Почему? Потому что увидите, что получится там. Так, вертушка. О, ребят, красота какая, смотри. А, ой. Карай, ты что? Я думал, ты сможешь убить их, нет? Вот теперь да. Змейка Вьюн, несмотря на то, что он еще такой малыш у нас, да? Но он бомбит не по-детски, совсем не по-детски. И да. Елки-ты-палки, 90-я позиция, это мало, ребят. Нам нужно еще сделать с вами бой. И желательно максимально. Я, наверное, вот этот вот возьму отрядик. Так, 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 так. И кого мне еще взять? Неужели... Неужели мне надо взять... Слушай, я боюсь, что он опростоволосится, но все равно возьму. Я его все равно возьму и посмотрим, что у нас получится. Ага, мы еще и не первыми ходим, да? Замечательно просто. Уклонение сделал. Ладно, мы тогда берем провокацию. Поехали. Так, вертушка, ребят, я надеюсь, она сработает. На всех. Не на всех, к сожалению, она сработала. Ладно. Опачки. А вот это уже, ребята, опасно. Рафаэль берет провокацию. Теперь мы с вами уже, наверное, можем расслабиться, потому что... Хотя, подожди секунду. Так. Да что вы... Ах ты, елки-палки, Микеланджело делает хил. Угу. Блин, надо, наверное, кого-то здесь быстренько заколбасить нам. Да ну, вы что, серьезно, что ли? Доп защита. И поехали, начнем, давай... Я даже не знаю, с кого начать. Ну, давай попробуем так вот, со сплинтера. Ага, попал я по нему. Нет. Блин, нам понизили, ребята, защиту. И причем довольно круто. Повышаем себе атаку. Ёпрасоте, а ты посмотри, что делает.
Да не можем попасть даже. Фига, 59 уровня, мы не можем его подбить. Что за ересь-то, эй? Ну, что он там делает? Яйца свои тут распрыскивает. Так, хиляюсь. Ну его нафиг. Так, отхилились. Теперь надо добивать. Добили Сплинтера с вами. Теперь давайте Хана уничтожим. И вот теперь надо вот этого Леонардо нам убирать, потому что он сам по себе очень сильный персонаж. Ну, а Смики... Ёпарасете, ты посмотри, чё... Вот только, ребята, у нас слезла, как говорится, ушла провокация, да, и он сразу же атаковать стал Острозуба. Говнюк мелкий, а. Так, ну что, 80-я позиция, ребята, это был последний у нас бой, потому что, ну, к сожалению, у нас больше нету ни откатов, ничего. Этих в испытаниях... Ах, смотри-ка, эксперт. Воу-воу. Ну-ка, ся, Сплинтер мне, в принципе, не помешал бы, да? Поехали, ребятулечки. Раз, два, три. Слушай, ну довольно неплохо. Нам дали три сильных персонажа и один слабенький. Посмотрим, как у нас здесь получится заваруха. Тем более Сплинтер один, даже без помощи, представляете? Ну, первого, конечно, мы с вами быстренько раскурочим. Он легкий. Сколько там? Одну ДНК дают, да, нам? Или две? По-моему, одну. А ну-ка, показывай. Две. Шикарно. Поехали, конечно же, у нас следующий эпизод. 50-й уровень у него уже. Я хочу посмотреть, на что он способен. Пока ни на что. Это мы все уже видели. Это мы все уже проходили. Ага, мимо. Постепенное исцеление. Там всякую дребудень на себя понавешал. Я думаю, это ему не поможет вообще никак. Ну-ка, бомбанем. И попробуем добить вот так вот. Блин. А, нет, выжил. Майки хорош... Да нифига он, ребята, делает, да? По 3-4 удара. Заходочку. Как он делает это? Я... Уничтожил этого Микеланджело хренового нашего. Ну, давайте бомби. Так, ну мы тоже его урыли. Так, нам еще, наверное, да? Две ДНК дадут. Или не дадут? Нет, должны дать. Ага, еще две. Ну что, ребят, попробуем тогда эпизод третий. Тут всего, ого, 6 эпизодов. Ну, вы понимаете, что в 6-м эпизоде мне даже делать нечего. Мне даже, наверное, и в 3-м-то делать нечего. Сейчас посмотрим. Так, вертушка. Вот Лео довольно неплохо бомбит. А он, смотрите, что это такое. Оп. Ничего себе он... Ты видел, что он сделал с удара? Почти все здоровье железной голове снес. Офигеть, халабуда, а? На тебе, поджарим. Ну, естественно, у него контратака. Как же без нее? Сейчас этому... Опс, нет. Я думал, с удара уничтожат. Так, хорошо, поехали с вертушки. Ну, неплохо она отняла у него здоровье. Так, все, ему крышка. Надеюсь. Эть, подбери. Опять же, не на 3 звезды. Тут, к сожалению, у нас почему-то погиб железная голова быстрее, чем Микеланджело. О, 3 ДНК. Ну что, ребят, попробуем, наверное, эпизод 4. Ну а почему бы нет? Эпизод 4. Офигеть! А, ну это ладно, 45 уровня. Это еще может быть. Так. Леонардо, что у 50-го отнимал столько же здоровья, что у 40-го, да? Все одно и то же. Он на себя там повесил, смотри, ускорение, защиту, крит-атаку. Жесть. Весь оббафался просто с ног до головы. Ого! Видел, как он Рафаэля пробивает? Обалдеть. Не, ребят, по-моему, здесь нам ничего уже не светит. Он какой-то слишком имбовый. При атаке он у нас, ребят, сразу понижает этот силу атаки нашу. Ну и как я его буду теперь пинать? По крошкам теперь забирать, да? Ну это не вариант. Да, ребята.
Ну, здесь понятно, сплавились мы, короче. А Лео здесь долго. Смотри, упс. Офигеть, вот этот вот удар, да? Достает он, я не могу понять, там что у него, посох? Или там меч у него? В любом случае, пока он это упражнение, пока он так делает, у нас здоровье тратится. Так, ну что же, я хочу, знаете, что сделать, ребят? У нас только вот это, что ли, пройдено на 3 звезды? Обалдеть просто-напросто. Журнальчик получили. О, еще 2 ДНК. Поехали, поехали. Так, наушники. 4 осколка серебряных. 2 на Донателло ДНК. 2 доллара никчемных. Так, 15 жетонов. И все, да, ребят? Все, закончился у нас, к сожалению, сыр. Так, и пиццы, по-моему, тоже нету, да? Если не ошибаюсь. Пиццы, по-моему... Сейчас глянем. Сейчас глянем, только выберем кого-нибудь. Ну, давай Крипа. Да елки, по-моему, давай Джастин. Да. Что ж ты будешь делать-то? Ну... Офигеть! О! Нет, есть, ребят. Буквально вот на 2 разика. Даже на 3. Нет, на 2 все-таки. Там буквально чуть-чуть не хватает, да? 4 очка. Ну что ж, дорогие друзья, наверное, на этой ноте... Погоди-ка, на этой ноте. У нас есть очень много жетонов. Нам надо в магазин зайти. Ага, Джастин, давайте приобретем. И вроде бы как все, да? 81 монетка у нас, а этих 745. Погоди-ка, мы уже с вами... Имеем достаточно, чтобы, да? А кого же мы с вами хотели? Ага. Да нет, я вот кого хотел. Слэша я хотел. Да, он мне нужен. Блин, еще, ребята, буквально 5 ДНК, и мы его откроем. Ну, а теперь все, да, ребятушки. Увидимся, наверное, с вами уже в следующей серии, которая будет, наверное, завтра, я так полагаю. Ну, все зависит от того, как у меня будет горло. Если оно будет болеть, естественно, ребят, я не смогу играть. Играть-то я смогу, но я не смогу комментировать это все дело. Так что всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков.